с собой паспорта, все остальное. Сейчас сын приедет. Вот. Сегодня около 8 часов 15 минут на 14 километрах по дороге Тверь-Волоколамск произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение. Водитель автомобиля «Джили», двигаясь в направлении города Твери, по неустановленной причине выехал на полосу предназначенного встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ». В результате два человека, это пассажиры автомобиля «ВАЗ Ларгус», погибли на месте происшествия. Два водителя госпитализированы с различными травмами. Причиной данного ДТП, по предварительной версии, явилось нарушение пункта 10.1 правил дорожного движения, когда водитель должен вести транспортное средство скоростью, учитывая дорожные метеорологические условия. Сопутствующей причиной данного ДТП могли явиться дорожные условия в виде выпадающего снега и наличия его на проезжей части.